Два студента заняли второе место на конкурсе инноваций Porsche со своим проектом под названием Fepsi. Как сообщает CryptoCoins News, студенты создали систему, основанную на платформе IOTA Tangle, благодаря которой транспортные средства смогут оплачивать заправку по беспроводной сети и автономно, а водителю не нужно будет даже выходить из автомобиля. Один из студентов проекта Ной Виннебергер прокомментировал, что система, которую они разработали, изменит все, и в ближайшем будущем автомобили смогут оплачивать заказ обеда или мойку автомобиля. Команда Fepsi теперь в поисках другого проекта автономного автомобиля – самоуправляемого автомобиля.